Пахло! Вперед! Итак, ребята, всем привет! С вами Александр Буховин. И сегодня будет видео не о подводной охоте, но рядом с этой темой. И сегодня мы вам расскажем о том, как легко, быстро и недорого сварить телегу для лодки, если у вас такой нет. И в этом сегодняшнем приключении нам поможет мой корефан и специалист по телегам доктор Угаров. Итак, Серый, привет! И Серый расскажет нам, во-первых, что необходимо для того, чтобы сварить и сделать. Ну, как говорится, не накатишь, не покатишь. Ну, как обычно у нас, да. Как обычно, да? Ну, сейчас подождите. Ну, что? Что чувствуешь? Итак, нам необходимо будет следующее, а именно... Берем передний привод, передний привод от классики. Так, именно от классики, именно передний привод. Именно от классики, да, мне нравится от классики, потому что он жесткий, хороший, лучше, чем от переднеприводного задняя балка, блядь. А если мод взять просто от классики задней полностью? Нельзя. Нельзя. Там моста нету. Там мост только задний есть. Ну, задний мост. Задний есть, а как ты его возьмешь с редуктором вместе, да. Там нельзя взять. Если ты редуктор вытащишь, у тебя полося вот так упадут, блядь. Все понятно. Все понятно. Вот так, ребята, задний мост нельзя брать. Да. Итак, для того, чтобы взять ступицу, вам необходима классика вот такого плана. Вот примерно с такой крышей. Рекомендую вот такую крышу. Не супер копейка. Так, понятно. Ой, блядь. Итак, чтобы снять ступицу, да? Да. Нужно открутить сначала супер суппорт. Супер суппорт? Да. Я уже, Санька, эти болты вытащил, блядь, шпигри ебаные, блядь. Вот, сейчас надо откручивать туда лезть. Мод с колпаком, сколько смогли, подняли. Понятно. Вот. Это вот супер колодки. Он жидкость брызгает, тормозная. И он брызнул сюда, чтобы это отошло немножко, она тоже разъедает, блядь. Понятно. Итак, снимаем, короче, на ступице. Да. Это напоминает это, как соревнование на свалке. Ну что, ребята, вот наконец у нас дошли руки продолжить дальше телегу. Вот, для того, чтобы сделать телегу, мы разобрали ступицы. Вот что нам от них понадобится. Вот эта штука. Опа, вот таким образом. Это мы приварим к оси. Ну давай рассказывай, главный конструктор. Это телега имени Угарова. Конструкция Угарова. Вот, сейчас мы сделаем ось, потом сварим вот так все. Чик-чик-чик-чик. И будет готово. Незаконно. Давай начнем варить. Говори, что ты сейчас делаешь. Так, сейчас, короче, я ебану я. А ты оттуда стрельни, блядь. Чтоб ровно была. Да нихуя, Саня. Надо, короче, взять с дураком. Че, пили? Ну что ж, вот такая телега у нас получилась. Испытания прошли успешно. В общем и целом можно считать, что все ништяк. Итого на телегу у нас ушло 3000 и 2 сазана. Стоит телега из профиля 50 на 50.
ось из профиля 80-80. И вот здесь вот по центру трубу впустили 52. Вот, заезжает лодка сюда, цепляется за это, и все, готово. А, еще два сазана. Два сазана мы заплатили с нее. За ось. Ой, за вот эти вот. За ступицы. Вот такая вот замечательная телега. Ничего сложного, каждый может это сделать.